Ребят, всем привет, меня зовут Виталий. В этом видео я сделал полную и пошаговую инструкцию, как пользоваться P2P обменом на бирже Binance, как покупать и продавать криптовалюту с минимальными комиссиями. Так что усаживаемся поудобнее и переносимся на экран. Ну что ж, приступаем к обмену через P2P торговлю на бирже Binance. Для этого переходим на биржу, и сейчас важно, чтобы использовать P2P торговлю, нужно иметь верифицированный аккаунт на бирже Binance. То есть вначале нужно пройти здесь верификацию. Далее нажимаем кнопку «Купить криптовалюту», P2P торговля. Если мы используем P2P торговлю в первый раз, то нужно настроить способ оплаты. Нажимаем «Подробнее», «Настройка оплаты». Нажимаем кнопку «Добавить способ оплаты». Из предложенного списка выбираем тот способ, который нам подходит. Или нажимаем кнопку «Больше», если не нашли тот способ, который интересует. Сейчас я буду подключать карту Монобанка. Сюда вводим данные карточки, название банка и нажимаем «Подтвердить». И вот видим, добавлен новый способ оплаты. Возвращаемся обратно в P2P торговлю. Далее у нас есть две кнопки: купить и продать. Сегодня в этом видео мы будем покупать, то есть рассматриваем этот способ. Дальше нам нужно выбрать, что мы хотим купить: USDT, Bitcoin, BUSD, BNB, Эфир. Ну, лично я буду покупать USDT. Дальше нам нужно выбрать, какую валюту мы будем использовать в качестве оплаты. Я буду использовать гривны. Дальше выбираем способ оплаты. Я буду использовать Монобанк. И вот все теперь соответствует нашим критериям. Каждая заявка принимает в качестве оплаты гривны картой Монобанк. Дальше мы видим перед собой разных продавцов, людей, которые продают USDT. Видим вот курс, по которому они готовы их продать. И что сейчас важно, на что нужно обращать внимание. Это на количество сделок, количество ордеров. Вот 266 ордеров, это 266 сделок провел этот человек. И процент успешных сделок. И вот мы видим, что у данного продавца 98,5% успешных сделок. Ну, 1,5% бывает разные, кто-то там неправильно что-то оформил, бывает. Просто бывают такие случаи, ребят, что здесь у человека 20-30 ордеров, и всего там 50-60% успешных сделок. С такими продавцами я бы не связывался. Далее смотрим на лимиты. Вот данный продавец готов мне продать всего 65 USDT. Вот у этого уже продавца есть 435. И также снизу указаны лимиты. У этого продавца минимум 300 сделка, 300 гривен, максимум 12 тысяч. Ну и сейчас надо выбрать просто подходящего для нас продавца и нажать кнопку «Купить USDT». Переходим к сделке и в раздел «Я хочу оплатить» прописываем сумму, на которую мы будем покупать. Давайте я напишу 1000 гривен. За это я получу 36 USDT. Нажимаем «Купить». И вот мы видим, у меня пошел обратный отчет времени. У меня есть 15 минут, чтобы я оплатил указанную сумму на указанные реквизиты. Копирую данную карту и отправляю на нее 1000 гривен. Я оплатил сделку и сейчас нажимаем «Оплатить ордер». Проверяем еще раз все указанные данные и нажимаем «Подтвердить». И как только я нажал на кнопку, продавец сразу подтвердил оплату. То есть я уже получил. Давайте перевести на биржевой кошелек. Смотрим. И вот мы видим, что буквально за 5 секунд он отправил мне вот эти 36 USDT. Сейчас нажимаю здесь «Перевод» и перевожу на основной аккаунт всю сумму. Нажимаю «Подтвердить». Все, сумма поступила на мой основной счет на бирже. Первая сделка прошла настолько быстро, что многие могли просто не усвоить информацию. Так что давайте проведем еще одну сделку для укрепления данной информации. Здесь у нас вкладка «Купить». Далее идет монета, которую покупаем, это USDT. Валюта, которой проводим сделку, в моем случае это гривны. Способ оплаты. У меня это Монобанк, у вас будет свой. Далее смотрим на продавцов. У этого 13 сделок, у этого 86, 122, 178. Я беру вот этого пользователя, потому что у него 86 ордеров и 100% все выполнены. Лимит у него 378 USDT. Нажимаю «Купить». Ну, давайте снова на 1000 гривен. И вот на указанные реквизиты в течение 15 минут мне нужно отправить указанную сумму. Сумма отправлена, нажимаем «Оплатить ордер». Все, я отправил, и сейчас у продавца есть 15 минут на то, чтобы перевести мне. О, он уже перевел.
Все, отлично, ребят, в течение там 20 секунд все произошло. Давайте смотрим еще раз. Да, действительно, 36 USDT на моем балансе. Опять нажимаю кнопку перевести и перевожу их на основной баланс. Вот так вот легко и просто пользоваться P2P торговлей на бирже Binance. В следующем видео я покажу, как продавать с помощью P2P торговли. Ну и, ребята, будьте внимательны при выборе продавца. Потому что бывали случаи, что здесь находились мошенники, и те люди, у которых маленький процент выполненных сделок, с теми я бы не работал. Если информация в этом видео была для вас полезна, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а ссылка на биржу Binance будет в описании. Всем пока!